Друзья, мы находимся в месте, которое называется «Этажи Лофт». На самом деле, очень классное место. Здесь просто огромное количество разных кафешек, магазинов одежды. Если пройти немного дальше, вон туда, то там куча стритвэр, то есть уличных брендов одежды, о которых мало кто знает, но если к ним приглядеться, то каждый найдет для себя какую-то шмоточку. В 2007 году команда «Этажей» открыла новый формат культурной жизни Петербурга и первыми превратила промзону в зону творчества. В здании бывшего хлебзавода на территории в 3000 квадратных метров начали работать самые прогрессивные выставки, редакции и мастерские. За время существования «Лофт» увеличил освоенные площади завода до 7000 квадратных метров. На сегодняшний день «Лофт-проект «Этажи» — это оборудованная смотровая площадка, крыша, более 200 креативных магазинов и кафе, город стартапов, пространство, улица Контейнерная во втором дворе, а также множество культурных программ, выставок и фестивалей. Вот начинается уже линия стритвэр. Она представлена нам такими некими вагончиками, которых просто дохуя здесь. Стой. Нормальный будет кадр. Главное, с каменным лицом. Помоги, Максим. Сергей, нам нужно еще дохуя мест посетить. Пошли. Нахуй ты сидишь? Посиди, ты даже полную стоимость билета не оплатил, чтобы здесь сидеть. Друзья, это пиздец. Короче, нам нужно еще посетить Исаакиевский собор, Казанский собор, какую-то площадь нам нужно. Как площадь называется? Дворцовую. Дворцовую площадь нам нужно посетить. Нам нужно там еще зайти в ресторан, еще в один ресторан. Знаете, чем мы сейчас занимаемся? Мы сидим! Красиво-то оно красиво. Ну, блять, нам сколько еще посетить надо всего? Ну, спи, Максим, выдели на это место еще 10 минут. Давай просто посидим, отдохнем. Расслабимся, отпустишь все мысли. Не думай ни о чем, просто посиди. Я даже телефон в руках держу, не попадаю. Крыша в этажах – это оборудованная смотровая площадка площадью в 1200 квадратных метров под открытым небом. Высота 27 метров – это самая высокая обзорная площадка после Исаакиевского собора с изумительным видом на город. Побывав там, я на 100% скажу, что это непередаваемые ощущения. Друзья, мы сейчас находимся на 8 этаже в Питере, на крыше. То есть, в принципе, 8 этаж – это редкость в Санкт-Петербурге, а мы еще и на крыше у него находимся. Безумно красивое место. Опять же, это все в этажах лофт. Здесь выход на крышу стоит 200 рублей, и, в принципе, оно того стоит. Сергей, пару слов буквально. Слушайте, лофт в этажах очень просторный. Много пространства, и хочется просто почилить, полежать, наслаждаться питерским солнцем и ни о чем не думать. Вот и все. Немножечко похаваем, отведаем, так сказать, одно из самых лучших шаверм в Санкт-Петербурге, по словам Сергея, опять же. Вот. Дорогие друзья, шаурма первая на нашем обзоре сегодня. Находится она где? В лофт-этажах на 4 этаже, опять же. Вот. Я заказал шаурму баварскую. Сергей заказал Big Taste. Так, поехали.
Сразу хочу подметить, что лаваш, он как-то... Странный лаваш. Он очень странный лаваш. То есть это не обычный лаваш, к которому все привыкли. Это его тяжелее жевать, тяжелее раскусить. Это не делает его хуже. Это не делает его хуже, как бы, не делает его невкусным, вот так, проще сказать. Но откусить тяжелее просто кусок от шаурмы благодаря этому лавашу. То есть сразу хочется сказать, что шаурма Big Tasty, там реально соус прям точь-в-точь, как в бургере Макдональдсе Big Tasty. То есть если вы любите этот бургер, обязательно эту шаурму должны попробовать, или 100%. Хороший форм-фактор, то есть шаурма не разваливается, да? Не течет нигде. Аккуратно завернута, то есть здесь с этим все хорошо. Максимально свежая, то есть ее даже не хочется запивать. Опять же, свежие овощи. Я здесь вижу капусту, помидоры, соленые огурцы. Вижу лук, бекон. Вижу курицу. И максимально вкусный соус. Соус такой сливочный. Он прям придает такую сливочную нотку этой шаурмы. То есть она ни в коем случае не острая. У нее нет привкуса какого-то кетчупа или томатного соуса. Это максимально вкусная сливочная шаурма с беконом. То есть бекон здесь тоже чувствуется, и он дает как раз вот эту поджаристую нотку шаурме. Там очень интересно, никаких претензий нет, то есть, к шаурме. Вообще. То есть я вот ее ем, я уже почти доел, и у меня ничего не развалилось, то есть никакой соус не потек. То есть я сижу чистый. Где-то невкусно мне не было, да? То есть я комфортно ем эту шаурму. Я хочу заметить, что очень нестандартное сочетание ингредиентов, как у тебя, так и у меня. То есть это, ну то есть если кто-то любит стандартное, да, сочетание, это нужно классическое брать. Здесь бекон в шаурме, то есть это что-то новенькое. Бекон вместе со сливочным соусом охуенно просто сочетаются. И здесь прям плюс. Новые сочетания, как бы, вкусов, которые я, в принципе, не ел еще. Вообще, бекона в шаурме вообще никогда не встречал. Что хочется сказать? Необычное сочетание ингредиентов. Сочная, свежая, очень вкусная шаурма. Но я не был в восторге от нее. То есть, да, она вкусная, но чтобы поставить ей 10, это нужно быть просто в полнейшем восторге, в каком-то вахуе, понимаешь, от шаурмы. То есть я не был в ахуе, она просто очень вкусная. Поэтому я ставлю ей 9 из 10. 9. До 10 нужен ахуй, полный ахуй. Короче, вот, ребят, 9 из 10, очень вкусная шаурма, 4 этаж, этажи лофт, соответственно. Приходите, пробуйте. Сергей, насколько по 10-бальной шкале оцените это место для туриста, приезжего в Питер? Ну, не знаю, на семерочку, наверное. На семерочку? На шестерочку. Слушай, ну я думаю, только из-за крыши уже как минимум 8 можно поставить. Ну 8 много. Как ты думаешь? Ну вот крыша, ну а где ты еще такое найдешь? Ну в Питере еще очень много конкурентоспособных туристических мест, поэтому такую высокую оценку давать этому месту достаточно субъективная оценка. То есть нужно понимать, что это место не для всех. Ну крыша впечатляет. Так что здесь базара ноль.